В эфире ежедневный обзор происшествий, программа «Время Че». В студии Артем Кондратьев. Здравствуйте. Страшная автомобильная авария произошла близ села Харанор ночью 12 января. Водитель автомобиля «Марк-2» при обгоне грузовика выехал навстречку и лоб в лоб столкнулся с «Истаной», в которой находились 5 пассажиров, в том числе и 9-летний ребенок. Час до полуночи. Трасса Чита-Забайкаль с границы с КНР. 3 километра от поселка Харанор. 22-летний водитель «Марка-2» решил обогнать большегруз. На встречной полосе на полном ходу он лоб в лоб врезался в «Истану», в которой ехали 5 пассажиров. В этой страшной аварии погибли 4 из них, в том числе и ребенок, 9-летняя девочка. Водитель маршрутки также погиб на месте. Единственного выжившего пассажира доставили в больницу. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Что же касается виновника аварии, он также остается в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Добавлю, что на место аварии в ту страшную ночь выехали начальник управления ГИБДД по Забайкальскому краю Эдуард Белобровый, специализированная следственно-оперативная группа краевого МВД и эксперт-автотехник. С родными погибших работали психологи МЧС и краевого Минздрава. Они помогли им пройти процедуру опознания тел близких. Полина Харченко, Анастасия Шадрина, ЗапТВ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летней четинки. Она подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. Рожать и убивать женщина отправилась в Улетовский район в гости к своей подруге, которая и не подозревала о беременности. По нашим данным, женщина, находясь у своей подруги в Улетовском районе, самостоятельно родила ребенка в надворных постройках. Затем, не желая воспитывать этого ребенка, она поместила его в пакет. Ребенок в результате задохнулся. После этого положила пакет в ведро и попыталась спрятать неподалеку. Женщина другая увидела вот эту ситуацию и сообщила о произошедшем в полицию. Ребенок, к сожалению, уже был мертв. По заключению судебной гистологической экспертизы смерти наступила от асфиксии. Поэтому принято решение о возбуждении уголовного дела. В Следственном комитете добавили, что в ближайшее время подозреваемая будет направлена на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Двое убийц отправятся за решетку. По информации краевой прокуратуры, Хилокский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 2 жителей Хилка, которые в январе прошлого года убили 15-летнюю школьницу. Один из подсудимых, 16-летний одноклассник девушки, имея к ней неприязнь, предложил своему 17-летнему родственнику убить ее, на что получил согласие. Взяв нож, они под предлогом прогулки завели девушку в безлюдное место, где инициатор убийства повалил ее на землю и стал колоть. Экспертиза показала, что девушки были нанесены 20 ударов ножом. Ее смерть наступила на месте. Один из подсудимых полностью отрицал свою вину, второй признал ее лишь частично. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании они попытались переложить друг на друга вину в совершении убийства. Однако прокурор опроверг все доводы подсудимых и доказал причастность каждого из них к совершению преступления. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки 9 лет 10 месяцев и 9 лет 8 месяцев. Один из них по приговору суда будет направлен для отбывания наказания воспитательную колонию, а второй в колонию общего режима. Теперь, чтобы получить разрешение на использование оружия, придется заплатить пошлину, а также сдать кровь на наличие наркотических средств и алкоголя. Что ждет в новом году тех, кто имеет опасные игрушки, узнавала Валерия Афанасьева. К владельцам оружия закон все строже и строже. Кстати, их в крае почти 40 тысяч человек. В сейфах они хранят 70 с лишним тысяч стволов. Если раньше для получения лицензии на любое охотничье оружие они платили максимум 200 рублей, то теперь пошлина выросла до 2000. Кроме того, 500 рублей придется заплатить за разрешение на хранение и лицензию на холодное или газовое оружие. Через сайт госуслуг это выйдет на 30% дешевле. Ради лицензии необходимо будет больше времени уделить и медсправкам и подтвердить отсутствие в организме наркотических средств и алкоголя. Кроме того, в этом году ужесточат меры и в период чемпионата мира по футболу. В период с 25 мая по 25 июня приостанавливается перевозка оружия на территории Российской Федерации. То есть все граждане, которые
захотят перевести оружие по территории края, столкнутся с тем, что в аэропортах или на вокзалах это оружие у них будет изыматься и храниться до конца проведения данных мероприятий. Заберут без права на возврат гладкоствольное и у тех, кто хранит его без лицензии, а также накажут штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Что касается добровольной сдачи оружия, то в этом году на выплаты правительство края выделило средства. Сотрудники Росгвардии надеются, что сдавать забайкальцы теперь будут активней, чем в прошлом году. В 2017-м добросовестные граждане принесли всего 4 единицы оружия. Данная работа действительно стала менее эффективна. Видимо, потому что действительно не выплачивались людям деньги. В настоящее время мы планируем эту работу возобновить. Причем основным, скажем так, заинтересованным лицом в этой работе является Управление внутренних дел. А ведь получить деньги можно еще и за донесение информации о нахождении незаконного оружия. Максимальная же сумма при сдаче опасных игрушек составляет 10 тысяч рублей. Валерия Афанасьева, Евгений Погорелый, ЗапТВ. В Чите задержали мошенника-гастролера, на счету которого не менее 4 обманутых продавцов. 33-летний житель Улан-Удэ под предлогом размена крупных купюр в читинских магазинах похищал от 4 до 6 тысяч рублей. Общий ущерб составил 20 тысяч. За что вас задержали? За мошенничество. 159-я статья, часть 1. Каким образом вы совершали свои действия? Заходил в магазин. Выдавал 5-тысячные купюры, просил разменять на тысячные. Потом какую-то часть тысячных забирал, отдавал кассиру. И говорил, что мне надо поменять на более мелкие купюры. Если она не пересчитывала, не она мне отдавала 5-тысячные назад, а я ей 1000. И отдавал в кассу и уходил. Полиция отметили, что задержанный уже был судим за аналогичные преступления. В Забайкалье он приехал на один день специально для мошенничества. В отношении него возбуждено уголовное дело. А на сегодня это все новости. До свидания и берегите себя.